Бойцы рязанского ОМОНа сдали 40 доз крови в рамках традиционной акции «Река жизни». Правоохранители говорят, что они не понаслышке знакомы с критическими ситуациями, требующими немедленного переливания крови для попавшего в беду человека. Мы пришли, узнали, что проходит у нас в Рязани донорская акция «Река жизни». Но сотрудники ОМОНа, выполняя боевые задачи, всегда знают, что такое поддержка, что такое взаимовыручка. Поэтому остаться без внимания акция у нас не могла. Сотрудники свое выявили желание принять участие и сдать кровь больным гемофилией. Врачи областной станции переливания крови сообщают, что такого большого наплыва желающих сдать кровь не наблюдалось уже давно. Впрочем, по их словам, нынешняя донорская акция прошла весьма удачно. 15-16 октября у нас проводилась очередная акция 57-й по счету «Река жизни». Но так как ребята, вот ОМОНовцы, были в наряде вчера, поэтому они не в акцию пришли, а сегодня дополнительный день – это продолжение акции. Вот за 15-16 октября, за два дня, мы собрали даже больше, чем в прошлом году. Вот. Получилось у нас 130 человек. Но ребята сегодня вот пришли, это дополнители, мы еще приплюсуем, конечно, к этой дате. Ну, сколько получится. То есть мы очень рады, что сегодня, несмотря ни на что, они нашли время, пришли. Мы благодарны всем донорам, которые откликнулись в этот день. Каждый ОМОНовец сдал по 450 мл крови. Впрочем, командир рязанского ОМОНа говорит, что подобные совместные акции они собираются регулярно повторять.